начальником района. У вас уже такое дело? Значит, ежегодно. Деньги, где-то деньги выделяют. Где-то, местного бюджета. Всем организациям, это детским учреждениям, пишется письмо о том, чтобы они смотрели, что им нужно выполнить на следующий год. Необходимые расходы. Вот. Каждой организации, ну и детские садные школы, подпишут акт, что им необходимо выполнить. Школа написала: замена унитазов, замена сантехники и, да, ремонт отопления во всем зале. Когда начали работать, в процессе выяснилось, что без плитки мы никуда не денемся. Мы заменим все. Соответственно, когда они писали, они написали 24 унитаза. Но это никогда не прошло, потому что в процессе мы видим, что там не 24, а 21. Сейчас, в настоящее время, данная смета уже с плиткой, с унитазами находится на экспертизе. Решается вопрос об унитазах в чаше дела. Ну, если вы решите письменно нам, да, письменно. Мэр сказал мне на камеру, что будут две чаши Генуя. Еще раз, я хочу сказать, каждый из вас хочет. Одна хочет одну чашу Генуя, два мне. Сейчас предлагают. Вот когда письменно нам принесут бумагу из школы о том, что поставить две чаши Генуя, один унитаз, значит, мы опять включаем смету, опять отправляем экспертизу. То есть на данный момент все будет приостановлено, потому что в школе идет голосование. Унитазы уже закуплены, решен вопрос, что их надо, можно будет обменять. Во-первых, унитазы закуплены в школу взрослые. Все 20. Точнее, ну какие? Ну, для как детей? Детям вот такого роста можно вообще не улыбнуться? Ну нет, просто унитазы. Ну ты куда тебе решил? Ну ты куда тебе решил? Так это ж дети. А как же он заметил эту шумку? Мы поэтому хотим напомнить. Смотрите, мы сегодня обсуждали этот вопрос в заказе школы. В школе там приведен этот самый, сколько скажут час Гена и сколько будет час Гена. По поводу детского или взрослого, все-таки должен быть взрослый, потому что детский это очень маленький. Послушайте на младшую школу. Но там будет один его унитаз, он называется учительский. Или для... Учительский, нет, учительский стоит отдельно. Подождите, я вам говорю, что это должно быть. Девочки, ну там четвертый класс. Они такие... Трех туалетов, две чаши Генуя, один унитаз будет. Взрослый, этот взрослый будет для тех детей, которые инвалиды, их надо взять на руки и посадить. Там есть кабинка, отдельно четвертая. Это для четвертых, для преподавателей. Ну, так там должен стоять взрослый, а там где... Ну, детский должен один унитаз быть для детей инвалидов, которые на коляске. Но он должен быть детский, инвалидный, как взрослый, как взрослый. Хотелось бы для детей. Это уже нет, хочу, у нас же дети инвалиды. Инвалиды вообще не ходят на дома. Они на домашней форме. Они на домашнем обучении. В очковом туалете поэтому вообще нужно перерисовать. Есть нормы. Вдруг завтра какой-то ребенок инвалид, а хочет учиться в школе. Есть нормы такие, мы не можем нарушить эти нормы. Есть нормы, в которых написано для детей с первого по четвертый класс. Пока не будет детей. Девочки, вы же вы определяете, что вы хотите. Подождите, давайте это без нас решат, или это Петровна? Ну кто, потому что это решат управление школы. Да, да. Да. Света, на данный момент школа, мы не можем. Школа делает заказ, управление может выполнять. Школа заказывает, что они выполняют. Если вы можете дать, или у меня дать, вообще студенты. Школа дает заказ. Вот, завхоз дает заказ. Не завхоз, есть родительский, опять же, нет. Где эти люди? Ну, завхоз. Завхоз это не завхоз, а зам директора по площади. Она дает заказ управления имуществом. Управление имуществом делает смету, выполняет ее заказ. Какой заказ будет, какой вы получите? Давайте по бассейну. Женька, что же у вас по вашей части? По бассейну будут предусмотрены работы по вывозу всего. Но это... Когда это все вывозится? А расскажите, пожалуйста, что произошло с теми людьми, которые должны были это вывести. Они не выполнили свой договор? Нет. А что вы, какие были условия по договору? Вы знаете, на тот момент не работала, и я вам не могу ответить. Я могу только ответить вот на то, что сейчас. Сейчас будет вывозиться, вот это закончится. Сейчас это когда? Можно уточнить? Дружинка закончится. Где? Договор 15 декабря заканчивается. Еще раз. Я хочу сказать, я не работала на тот момент. И что там было? Я могу только ответить.
сейчас находится? Сейчас денег нету, да, в общем, оно будет. Ну, будет, пока кто-то не убьется. Хочу узнать, а что такое заказ был в детском саду? Что они там сделали? Детский сад. Что просил детский сад? Школа просила унитаз поменять. Детский сад, ремонт, пищеблока, ремонт. Прачечный и туалет. А плиты не просили? А? Плиты не просили? Жить, кстати, да. Да? Где еще интересно? Нет, плиты не пеют, не печь, не готовят, там вообще просто. А еще есть что у нас изменяется? Если будут деньги, мы тут где-то заходим. Хотя бы духовки какие-то, может, где-то. Хорошо, даже приятие. Садики в первом детском саду. Сейчас мы в этом году узнаем. Хотите же сделали ремонт, получается, пошел зимний дождь, и у нас уже потом мокрый. Все нельзя. Вот дают деньги. Дают деньги. Папа давался вопрос по крыше. Папа, если вы не воровали до этого, что там было? Согласитесь. Папа подавала заведующий, кто вам подает? Нужно посмотреть. Хорошо. Началось, что я смотрю. Девушка, не снимайте меня, тут задолбался. Люди любят, когда тебя снимают, ты идешь.